Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И это очередное видео из серии видеороликов, в которых мы учимся с вами определять тип кожи и правильно подбирать средства по уходу за кожей лица из каталога Oriflame. Сегодня поговорим мы с вами о жирной коже. Да, такой тип кожи достаточно часто встречается. Она выглядит с первого взгляда не очень привлекательно, зачастую на ней бывает угревая сыпь. Первое, что мы отмечаем у жирной кожи, это действительно очень сильный, обильный жирный блеск на всей коже лица. Не только на Т-зоне, но и на щеках, на лбу, на подбородке. Ярко открытые поры, то есть они прям глубокие, иногда бывают прям вот просто очень открытые поры. И особо огорчает то, что воспалительные процессы проще возникают. И что еще сказать про эту кожу? И то, что достаточно трудно за ней ухаживать. Потому что, что бы ни делали, все равно продолжает выделение сальных, активная работа сальных желез и выделение на коже. Это, конечно, не очень привлекательно, но есть и плюсы в жирной коже. Эта кожа, она такая толстенькая, и поэтому дольше служит. Обычно обладательницы жирной кожи стареют медленнее, чем обладательницы других типов кожи. Итак, давайте посмотрим, что же лучше всего подойдет девушкам с жирной кожей из каталога Oriflame. И я вам дам самые классные рекомендации, как сократить работу сальных желез и визуально сделать кожу более привлекательной. Ну что, посмотрим каталог? Когда я делаю подбор средств по уходу за кожей, я всегда беру два каталога. Тот, который идет сейчас, и тот, который будет. Для чего я это делаю? Какие-то средства представлены в одном каталоге, какие-то в другом. Скидки разные. Здесь на одно средство скидка, здесь на другое. И если стоит вопрос цены, например, что девушка ограничена в средствах, которые хочет сделать заказ, или вы сами ограничены в средствах, то однозначно нужно, да, собрать серию. Или можно даже собрать серию, часть с одного каталога, часть с другого взять со скидкой. Сегодня мы с вами говорим об обладательницах жирной кожи. Этот вопрос немножечко посложнее, но мы его все равно можем решить. Первое, что я предлагаю обладательницам жирной кожи, это пользоваться аппаратом Skin Pro, именно вот этой щеткой. Она потрясающе круто очищает поры. И есть еще вторая насадка, масса такая отшелушивающая насадка. И можно чередовать, пользоваться то одной, то другой. Потому что этой насадочкой можно пользоваться 2-3 раза в неделю. Щеточкой каждый день смывать, да, умывать кожу с очищающим гелем. Для жирной кожи только пенки подходят. Ни в коем случае никакого молочка. Даже если очень сильное шелушение идет, кожу нужно просто напитать. Все равно пользуемся пенками. Давайте посмотрим, что у нас есть еще, да, для женщин, для обладательницы жирной кожи. Если кожа под уже... давайте начнем с молодой. То есть кожа молодая. Молодая кожа. Мы такой коже предлагаем средства из серии Pure Skin или Чайное дерево. Сейчас посмотрим. Вот здесь у нас, правда, серия не представлена полностью. В ней есть и очищение, гель очищающий, и тонизирование, и дневной крем. Нет только крема для глаз. Есть дополнительно антибактериальный корректирующий карандаш, который поможет справиться с воспалениями. И обязательно нам нужна маска. Маску ищем. Вот есть экспресс-маска для глубокого очищения кожи. И еще у нас есть маска в серии SPA. Но я вот ее не вижу почему-то в этом каталоге. Здесь ее не сняли с производства, потому что это очень крутая маска. Сейчас мы ее поищем здесь. Очень крутая маска, которая помогает действительно... О, кстати, как красиво вся серия Pure Skin на одном развороте. Так, смотрим здесь. Я немножечко даже начинаю переживать, что эта маска ушла. Надеюсь, что ее не сняли. Ну, если сняли, значит, выпустят что-то новое. Что еще мы можем предложить для обладательницы жирной кожи? Во-первых, все внимательно всегда читайте мелким шрифтом, что написано.
Здесь все указано, что нам нужно. И вот есть отшелушивающий скраб для лица. Помните только, что нельзя скрабировать кожу, если на ней есть воспаление. Потому что воспаление будет распространяться дальше и дальше. То есть кожу нужно сначала успокоить, избавиться от воспалительного процесса, и только потом можно будет использовать скраб. Если идет воспалительный процесс, то только гладкие маски. Это маски-пленки. Вот, кстати, шикарная маска, обновляющая маска для лица Eco Beauty с розовой глиной. Вот она действительно очень потрясающая. Классно очищает кожу, и она подойдет и обладательницам жирной кожи в том числе. У нее, конечно, не дешевая цена, но маска просто роскошная. Очень ее люблю. Конечно, выбор не очень большой, но что радует. В следующем каталоге у нас выходит новая обновленная серия Optimals. Сейчас я найду, вам покажу. И здесь у нас будут средства специальный прям для жирной кожи. Это пенка, тоник. И будет... Сейчас дойдем. Пенка, тоник. Крем дневной, ночной. Крем-флюид дневной будет. И матирующий ночной. Это очень радует, потому что серия желательно брать целиком, чтобы она была в комплексе. То есть супер. И будут, кстати, очень хорошие скидки в следующем каталоге. Вот, в общем-то, все, что мы говорим о недорогой коллекции. Если мы говорим о NovAge, то я могу сказать по своим ощущениям, что более такая, наверное, подходящая серия для жирной кожи с коллагеном. Более легкие крема. Крем есть дневной, легкий, в таком в тюбике с дозатором. Я предпочла бы, вот, конечно, для обладателей жирной кожи серию Эко-коллаген. Но вы помните, что мы эту серию можем использовать как сказать, раз ее использовать, потом перейти на Optimals, потом через какое-то время взять снова на NovAge какой-то комплекс. Мы смотрим также по проблеме. Чем старше женщина, тем проблемы более становятся выражены. И если у вашего кандидата, да, у клиентки кожа обладает, то есть она обладает жирной кожей, и при этом неровный овал лица, то есть падающий контур, да, сильно прямо обвисает кожа, то, конечно же, нужно брать Ultimate Lift. Это вот как на раз пропользоваться комплексом 3, получается, где-то 4 месяца, чтобы дать вот этот волшебный пендель, чтобы подстегнуть кожу, чтобы омолодить фибробласты, чтобы кожа начала сама работать с этой проблемой, кожа подтянется, подпрыгнет, разгладятся морщинки, и потом можно будет снова взять серию Optimals, то есть чередовать. Смотрим, какой эффект достигается, что происходит с кожей, и меняем то такие средства берем, то другие. Итак, давайте подведем итог. Кожа жирная. Мы предлагаем для молодой кожи Pure Skin. Здесь где-то мы видели ее на развороте во всей красе. Сейчас попробуем найти. Или, да, пока еще Pure Skin. Это будет серия Optimals уже 20+. У нас идет серия Optimals. Из NovAge мы берем то, что, как говорится, по карману, да, подходит, и то, что по проблеме. Вот Pure Skin. Обязательно маски. Скраб только в случае, если отсутствуют воспалительные процессы. И рекомендую щеточку Skin Pro, потому что это самое нежное, самое глубокое очищение пор. И задача стоит у обладателей жирной кожи стянуть поры, да, закрыть их, сократить работу сальных желез, чтобы сократить количество воспалений, потому что сальные железы работают, поры открытые, в них попадает грязь из атмосферы. Помните, что такую кожу нужно очень активно защищать. То есть это обязательно праймер, потому что праймер, он и выровняет кожу лица, и поможет сделать более стойким макияж,
и тональная основа ляжет ровнее. Небольшие сложности с подбором тональной основы для обладателей жирной кожи, потому что зачастую такое бывает, что на порах видно тональный крем. То есть нужно пробовать разные кремы, обязательно какой-то ляжет хорошо. И, кстати, в сериях тональных средств тоже есть кремы, которые, на которых прям написано, что это для жирной кожи с матирующим эффектом, стойкие тональные основы. Ну, конечно, лучше попробовать из пробника, чтобы убедиться, что крем будет лежать идеально, потому что очень некомфортно, когда крем видно на лице. Ну, я говорю о тональной основе сейчас. Конечно, пудра спасает, и периодически в Oriflame бывают такие салфеточки маленькие, я их почему-то сейчас давно не вижу, но периодически где-то они бывают в премьер-клубе и так далее. Такие маленькие салфеточки, и когда их прикладываешь на кожу, их надо просто как промокашкой пройтись и собрать жир. То есть в течение дня, чтобы сделать кожу визуально красивой, то есть сохранить весь день, очень хорошо помогают такие салфеточки. Я надеюсь, что они у нас будут, потому что их тоже часто спрашивают, и они реально помогают решить эту проблему с салом, который льется буквально из кожи. Вот, в общем-то, пожалуй, все. Про масочки не забудьте тоже, что их нужно регулярно делать. Они помогают сократить работу сальных желез, стянуть поры, чтобы они были визуально менее заметные. Какие-то у вас есть вопросы, пишите в комментариях, будем общаться. Да, какие, может быть, я что-то забыла или не досказала. Такое может быть, конечно. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам красивой, нежной, ухоженной кожи. До новых встреч. Пока-пока.